Перед вами рецепт приготовления фисташкового крема, и я вам хочу рассказать, как я его готовлю. Это нежное и ароматное дополнение достойно украсит любую вашу выпечку, сразу же превратив ее в шедевр. Перед вами простой рецепт фисташкового крема, у него есть интересная деталь. Чем больше крем стоит в холоде, тем больше он зеленеет. Так, когда я впервые его приготовила, была удивлена, так как крем был нежно-зеленого цвета. Но после того, как мои маффины с таким украшением постояли в холоде, крем стал ярким и красивым. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Сливки и фисташковую пасту смешаем, на маленьком огне растопим и перемешаем до однородности. 2. Добавим шоколад и масло, а затем снимаем с огня, хорошо перемешаем, чтобы все растворилось и смешалось, и пусть немного остынет. 3. Теперь при помощи миксера или вручную венчиком взбиваем все это в воздушный пышный крем. 4. Вот и все. Украшайте готовым кремом свою выпечку и подавайте к столу. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Сливки 220 грамм, 33%. Шоколад белый 100 грамм. Фисташковая паста 50 грамм. Масло сливочное 50 грамм. Количество порций 4-6. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.